Красноярский край входит в пятерку самых инновационных регионов России. Об этом сегодня заявили представители фонда «Сколково». На Красноярском экономическом форуме сегодня начал работу этап общероссийской программы поддержки технологического предпринимательства Russian Startup Tour. Лучшие красноярские инноваторы отправятся в Москву, и там у них будет возможность найти личного бизнес-ангела. Какие проекты претендуют на поддержку, расскажет Елена Бурасова. Красноярский экономический форум открылся площадкой Russian Startup Tour, которая работает в том числе при поддержке фонда «Сколково». Авторитетные эксперты оценили инновационные идеи красноярских предпринимателей. Всего было представлено более 113 проектов, 20 из них вышли в финал, ну а наиболее перспективные получат поддержку. Russian Startup Tour – это третий этап общероссийской программы поддержки технологического предпринимательства. Для красноярских инноваторов это возможность заявить о себе. В течение 2 дней наши предприниматели будут презентовать свои проекты. Именитые эксперты и институты должны выставить им свои оценки. Если бизнесмены будут достаточно убедительны, то им помогут в первую очередь полезными знакомствами. Вы знаете, мы деньги-то здесь, конечно, не раздаем. Мы на самом деле делаем более важную вещь, как мне кажется. Мы проводим большое количество мастер-классов. Мы даем возможность инноваторам пообщаться друг с другом, что иногда даже важнее, чем пообщаться с нами. Много примеров, когда команды объединялись после тура, находили себе партнеров. Также здесь есть какое-то количество инвесторов, есть серьезные предпосылки для того, чтобы ваши стартапы были успешны в определенных отраслях. Очевидно, это те отрасли, где в крае работает промышленность, где есть крупные компании, где есть бизнес или есть академическая или университетская школа. Все участники могут рассчитывать на мастер-классы, которые проведут самые успешные российские и зарубежные предприниматели. Так, например, своим опытом поделится самый успешный предприниматель Европы Пекка Вильякайнен. В частности, он инвестировал средства в разработку популярной игры Angry Birds. Его поддержкой также уже заручились бизнесмены из Томска, которые занимаются созданием компьютерных игр. Сам Вильякайнен начинал с продажи рыбы и раков. Так он копил на свой первый компьютер. Моя семья сказала мне, если тебе нужны деньги, то заработай их сам. У меня была возможность рыбачить. Я этим и занимался в течение 2 лет. Все сложилось очень хорошо, я смог купить цветной компьютер. А что касается инвестиций, то я не буду просто вкладывать деньги и надеяться на лучшее. Человек должен вложить всю душу в свое дело и показать это. И только тогда я поверю и смогу принять как успех, так и провал. Красноярские инноваторы пока скромно стоят в сторонке и готовятся к выступлению. Артем Домницкий будет презентовать электронную систему документооборота. Компании нужны как новые связи, так и деньги. За год свою разработку они внедрили в 8 учреждениях. Пока скорость продвижения очень маленькая, а планы грандиозные. Вот и надеются бизнесмены, что и на них обратят внимание. Скорость распространения такая, 8 проектов в год, это совсем не то, чего хотелось бы. Да, поэтому необходимо иметь большую партнерскую сеть. Это с одной стороны, да, то есть и на это необходимы деньги. Ну, во-вторых, то есть мы... Та система, которая сейчас есть у нас, это совсем не то, чего нам бы хотелось. Систему надо достаточно сильно развивать. И, по нашим прогнозам, довести до идеальной системы, которую мы хотим, нам потребуется еще порядка 2 лет. Всего в Russian Startup Tour примут участие более 400 бизнесменов. Это абсолютный рекорд. В прошлом году их было в 2 раза меньше. Послушать, пообщаться и завязать новые знакомства – главная цель участников. Эти участники сейчас получат очень серьезную подготовку, мастер-классы со стороны самых ведущих специалистов. И, опять же, проведение этого мероприятия вместе с форумом позволило нам привлечь ведущие российские силы. Это и российская венчурная компания, и фонд содействия, причем в лице своих руководителей, это фонд «Сколково», для того, чтобы участники, во-первых, получили самую свежую, актуальную информацию, ну а самое главное, получили советы, как развивать бизнес, ну и в конечном счете финансирование. А надеяться есть на что. В 2013-м красноярские компании привлекли более 500 миллионов рублей инвестиций. В этом году по итогам отборочного тура лучшие компании получат путевку в жизнь и приглашение на стартап-виллидж в Москве, где соберутся более 200 российских и 100 зарубежных инвесторов. Если же у вас есть свои новости за интересным мнением, номер телефона 292-91-14. Также оставляйте свои сообщения на нашем сайте afontova.ru. Елена Бурасова, Алексей Егоров. Афонтова. Новости.